Всем привет! Вот приехал я тут из маленького отпуска. Ездил на Новый год в Швецию, в город Стокгольм. И увидел очень интересную скульптуру. Точнее, даже не знаю, что это такое, но, наверное, все-таки это скульптура. Что это такое? По моему понятию, это или курица, возможно, пеликан. Не смог я найти автора этой скульптуры, но посмотрите сами. Вот такие дела, брат. Такие скульптуры нынче в Европе. А вообще-то должно быть место любому творчеству. Это тоже нормально. Все, пока. Всем привет.